Однажды ты увидишь красоту в привычных вещах. Вселенскую гармонию в том, что сделано твоими руками. Доверено тебе. Стало воплощением твоего мастерства. Вот он, внезапный импульс. Ощущение полета. Уверенность в каждом механизме. Понимание своего предназначения. Единение с другими людьми, даже с теми, кого уже нет. Или еще нет рядом. Некоторые сухо называют это частью профессии. Другие — инсайтом. Открытием. Есть много определений для творческого озарения. Такой эффект достигается методом глубокого погружения в тему. Но кто-то использует совсем другую технику. Когда настанет момент озарения, обстоятельства перестанут иметь значение. Сомнения отойдут на дальний план. Только ты, твои соратники и ваша общая цель — создавать крылатые машины будущего. Новое знание сначала захочется сберечь, спрятать от посторонних, а потом поделиться им, повести за собой других. Озарение может настигнуть в самый неожиданный, самый трудный момент. Например, сейчас. Сейчас. Ты придешь к нему через преодоление, когда каждый шаг дается с трудом. Или поможет случай, так тоже бывает. Важно не сдаваться, а смысленно добиваться поставленной цели. Через действие. Через концентрацию. Через взаимовыручку и заботу о тех, кто на тебя рассчитывает. Твоя опора — это опыт и интуиция. Наконец, долгожданное чудо — первый полет. И все остальное становится неважным. Ведь ты сделал все, чтобы добиться результата. И знаешь, каждое твое открытие сегодня — это новый полет в будущем. Объединенная авиастроительная корпорация. Команда, устремленная в будущее.